Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Lada Niva Travel в сером цвете 2021 года выпуска на бензиновом двигателе объемом 1,7 литров мощностью 80 лошадиных сил, МКПП, полный привод. Автомобиль на хорошей резине, имеется две буксировочные петли, ветровики. Пробег автомобиля 27 тысяч километров. Пойдемся по салону автомобиля. Салон чистый, ухоженный, не прокуренный. Имеется стандартная печка, подогрев лобового стекла, подогрев заднего стекла, электрорегулировка зеркал, раздатка, корректор фар, два стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 101, 97, 97, 105. 94, 98, 98, 87, 96, 107, 99. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.